Армяне, посещающие зону ответственности российских миротворцев, стали получать СМС-сообщения от российского сотового оператора, которые их возмущают. Граждане Армении, приезжающие в Хан-Кенди, от российского оператора сотовой связи Теле-2 получают СМС-уведомления с приветствием о нахождении на территории Азербайджана. Скриншотами таких сообщений поделились армянские пользователи сети. «Добро пожаловать в Азербайджан», говорится в рассылке Теле-2, после чего приведены тарифы на разговоры и интернет-связь. В СМС-уведомлении также указан номер телефона посольства России в Азербайджане, по которому граждане смогут получить необходимую помощь и информацию. Одни пользователи из Армении возмущены данным фактом, другие заявляют, что этому не нужно удивляться. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!